О несчастных случаях на льду этот подросток слышал, но любовь к хоккею сильнее. Туда выезжать страшно, тут у берега нет. Просто на той стороне вышли, там весь лед протрескался. Тут не страшно. Молодой человек уверен, ничего страшного не случится, даже если под ногами вдруг затрещит, ведь он у берега. Лед на этом пруду взрослым доверия не внушает, однако школьники, видимо, думают иначе. В воскресенье здесь уже произошел несчастный случай. Сначала провалился один подросток, за ним сразу второй. Оба подростка тоже вышли покататься на коньках и тоже были уверены, что же может случиться. Когда оказались в ледяной воде, стали звать на помощь. Леонид Мельников гулял в парке с семьей, услышал крики. Не раздумывал, бросился на помощь. Я скинул куртку, побежал к ним, вот, вышел на лед, ползком пополз по льду, протянул руку, вот, вытащил одного, потом второго. Мужчина продолжает, оба сильно промокли и замерзли. Кто-то вызвал скорую, но медиков ребята не дождались, побежали домой.